Если бы тогда меня спросили... А нахер от меня все ебут? И самое противное то, что некоторые люди по-любому думают, когда на стриме играют, там бот, нахуй, как он в апгейминге. А вот так просто выходишь и даешь им пизды нахуй вне стрима, и все, блядь. И такие, да как он бот нахуй? Как он убивает так? Как он так двигается? Как у него так летит, блядь? Пинг 300 нахуй, заебись. Я не знал тогда, что будет завтра. Уходи отсюда. Не обязан. Соберись. Помой кого. Вау. Абрис, ты играешь? Чёрт, намного лучше. Намного стал лучше играть. Давай один на один. Сразу видно, не знаю, Абер, знаете, это такой, как вам сказать, это такой реально мотажер. У него реально руки прямые максимально. Ну, открытый, открытый, видите, он открытый еще играет. Будем забирать? Ебать просто нахуй! Было головы раньше. А вот второй. Сейчас я там Миша еще кто-то. Там еще. Да. Так, откуда выйдет? Откуда? Отсюда выйдет, да? Пил за языком своим, где блядь?